Здравствуйте, вы спрашивали, откуда берется пыль? Домашняя пыль – вечный враг человечества. А генеральная уборка – пожизненная повинность. Ведь стоит только навести порядок, как она появляется снова. Кажется, если квартира пуста, то и пыли нет. А появляются люди, и она тут как тут. Бытует мнение, что 70% пыли – это частички человеческого эпидермиса. Однако это не совсем так. Большую роль в образовании домашней пыли играют вулканы. Только один японский вулкан Сакурадзима каждый год выбрасывает 14 миллионов тонн пыли, которая разносится ветрами по всему миру. Второй важный источник пыли – земная поверхность. Сложно поверить, но в обычной квартире можно найти частицы песков пустыни Сахары, пепел из уже упомянутого вулкана, соль из Тихого океана, микрочастицы почвы из-под Воронежа. В газообразной атмосфере Земли всегда присутствуют мельчайшие твердые частицы. Их совокупность независима от происхождения, называемая аэрозолем. Она ежесекундно попадает из космоса на Землю. Ученые подсчитали, что вес нашей планеты ежегодно увеличивается на несколько тысяч тонн, так как космическая пыль, проходя через все воздушные слои, оседает на Землю, увеличивая ее массу. Мировой океан также вносит свою лепту в образование пыли. Возникающая на водных поверхностях пена, представляющая собой всевозможные минеральные остатки, высыхает и ветром разносится, как и любой другой вид пыли. Город – идеальная среда для возникновения и накопления пыли. В составе домашней пыли могут присутствовать частицы материалов стен, мебели, стекловолокна, шерсть домашних животных, то есть всего, чем наполнен наш дом. Но главное, что значительную часть домашней пыли составляют живые организмы – пылевые клещи. Именно из-за них мы страдаем от аллергии. И все-таки избавиться от пыли полностью нельзя. Жизнь на Земле без нее невозможна. Дело в том, что мельчайшие частицы являются ядрами конденсации и участвуют в образовании облаков и общем естественном круговороте воды в природе. Пыль вечна, она была и будет всегда и везде. Ибо сказано, на пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы.